В администрации города Чебоксары собрались руководители заведений общественного питания. Тема встречи – качество обслуживания. Не секрет, что на фоне кризиса люди реже ходят в кафе и рестораны. На носу новогодние корпоративы, а это значит, что совсем скоро в самых популярных заведениях общественного питания Чувашии яблоку негде будет упасть. Санитарные нормы, пожарная безопасность, наличие эвакуационных выходов. На все это стоит обратить внимание руководителей предприятий общепита. Сейчас мы ведем речь именно об общественном питании, от слова «общество». И вы готовите не для себя, а готовите для нашего общества. То есть, значит, вы опять должны руководствоваться ГОСТами, СанПинами, какими-то нормативными документами. После нашумевшего визита программы «Ревизора» Минэкономразвития Чувашии советуют следовать примеру Лены Летучей и также тщательно проверять свои заведения. А молодежному правительству Чувашии предложили создать движение по проверке кафе, ресторанов и прочих заведений. В предприятиях общественного питания, не во всех, еще внедрена система управления качеством ХАСП. И я хотела сегодня вам напомнить о том, что с 15 февраля 2015 года внедрение системы управления качеством ХАСП является обязательным условием для всех организаций общественного питания. Если в предприятиях общественного питания не внедрена эта система, то руководитель привлекается к административной ответственности. Кроме того, с 1 января этого года вступил в силу новый ГОСТ для системы общественного питания. Виды предприятий общепита, классы обслуживания, ассортимент блюд, минимальные требования к внутреннему устройству, метражу, наличию санитарных комнат. Все это учтено в новых стандартах. ГОСТы, принявшие на территории Российской Федерации, обязательны для исполнения. И поэтому их надо соблюдать. И те критерии, которые прописываются в ГОСТах, это и в отношении требований к персоналу, термины определения, классификация предприятий, а также методы и формы обслуживания. Они обязательны для исполнения. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.